Как дать согласие на проактивное информирование? Проактивное информирование – это возможность получать информацию обо всех доступных мерах поддержки сразу после того, как ваши жизненные обстоятельства изменились. Просто и без запроса. В личном кабинете на портале госуслуги. Чтобы подписаться на такое информирование, достаточно сделать несколько простых шагов. Открываем портал госуслуги. Заходим в личный кабинет. Переходим в раздел «Документы» в верхнем меню слева от имени. Выбираем раздел «Льготы и выплаты» в вертикальном меню слева. Нажимаем на кнопку «Запросить» в блоке «Меры социальной поддержки». Если вы уже подавали общее согласие на обработку данных, поиск доступных мер поддержки начнется автоматически. Если согласие еще не оформлено, откроется страница с согласием. Прочитайте его и нажмите «Разрешить». Теперь вся информация о доступных мерах социальной поддержки придет к вам в личный кабинет сразу после наступления жизненного события. Сейчас такое проактивное информирование доступно при рождении ребенка, наступлении пенсионного возраста и установлении инвалидности. Перечень событий, после наступления которых приходят проактивные уведомления, будет расширяться. Подписывайтесь на уведомления, чтобы узнавать о своих возможностях прямо в личном кабинете.